Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы покажем вам комфортабельные апартаменты с одной спальней всего 250 метрах от моря в районе Лапта. Меня зовут Марьям, я работаю в компании Leverage Investments, которая является лидером на рынке недвижимости Северного Кипра. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и чтобы всегда быть в курсе новых видео, жмите на колокольчик. Местоположение комплекса заслуживает отдельного внимания. Всего в 250 метрах находится благоустроенная прогулочная набережная Лапты протяженностью в 3 километра. С правой стороны от комплекса есть дикий песчаный пляж, но там нет лежаков и зонтов, есть нормальный заход в море. Если вы захотите просто искупаться, то вполне подойдет. А если вам захочется пойти на оборудованный пляж со всей необходимой инфраструктурой и кафе, где можно перекусить, такой пляж находится всего в 800 метрах от комплекса в другую сторону. Апартаменты расположены в очень тихом и уютном районе, при этом совсем недалеко от главной дороги. Здесь вы сможете найти все необходимое: супермаркет Best Mar, Chefket бар и ресторан, и аптеку. Государственная школа Лапты находится всего в 4 минутах езды, а до ближайшей частной школы Ниджат British College ехать 10 минут на автомобиле. Несмотря на то, что комплекс не новый, он достаточно ухоженный, окружен зеленью и огражден каменным забором. Двухкомнатные апартаменты площадью 50 квадратных метров находятся на втором этаже. Давайте пройдем внутрь квартиры. Мы сразу входим в зону гостиной, совмещенной с кухней. Апартаменты имеют небольшую квадратуру, но нынешние собственники разумно воспользовались пространством. Кухня полностью оборудована бытовой техникой, в которую входят холодильник, стиральная машина, электрическая плита. В стоимость входит вся мебель и техника, которую вы видите. С балкона открывается приятный вид на море и задний двор. Ничто не может быть лучше, чем просыпаться в своей спальне и лицезреть такие виды каждое утро. У вас есть эта прекрасная возможность при покупке данных апартаментов. В подавляющем большинстве квартир Северного Кипра установлены душевые кабинки. Обратите внимание, что здесь установлена ванная, что очень необычно для нашего региона. А что бы вы предпочли в своих апартаментах, душевую кабину или ванную? Пишите в комментариях. Стоимость этого объекта недвижимости составляет 54 950 фунтов. В цену входит вся мебель и техника, кондиционер и подключение инфраструктуры. Так как это вторичная недвижимость, она предусматривает 100% оплату. Если вы хотите приехать на Северный Кипр и увидеть все своими глазами, оставляйте заявку с фразой «Хочу получить сертификат на бесплатный отдых на Кипре», и мы отправим его вам на e-mail. Ссылка в описании этого видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и чтобы всегда быть в курсе новых видео, жмите на колокольчик. И открывайте для себя Северный Кипр вместе с компанией Leverage Investments.